определенной степени определяет того, кого мы называем человеком. Это есть нечто иное, как его свобода. Свобода чего? Свобода в чем? Свобода не в том, как найти, где лучшее место, где, как это, и животные имеют эту свободу. Пчелы тоже не всюду же садятся, да? А всюду делают себе место, где наиболее удобное. Не об этой свободе идет речь, а другое. Какая-то свобода, всем нам понятно. Это свобода выбора, нравственная свобода между добром и злом. Недаром некоторые философы прямо говорят, что совесть – это есть как раз голос Бога, говорящий в человеке и указывающий ему на верный путь его человеческой жизни, а не просто это животное. Свобода. Так вот, насчет этой свободы, посмотрите, сколько времени существует философия, столько же времени и идут дискуссии. Что это такое? И каковы основные параметры, если хотите, какие основные стороны этой свободы? Как ее понимать? Ну, на данный момент, извините, что я делаю такое вступление, но мне кажется, это необходимо. По крайней мере, три есть стороны, с помощью которых мы можем описать это понятие. Первое, самое такое непосредственное, очевидное и всем понятно. Это свобода, свобода воли, как мы говорим. Свобода воли. Когда я оказываюсь перед лицом какой-то нравственной ситуации, в конечном счете я решаю. Подчас идет борьба. Большая борьба. Как поступить? Но в конечном счете он, человек, это решает. Это свобода воли. Это понятно. Ну, в первом приближении, по крайней мере, это достаточно ясно. В настоящий момент другая сторона этого понятия поставлена на первое место. Вот то, о чем мы говорили, это просто уже не принимается во внимание как самоочевидность. А вот самым главным, на что обращено сейчас во всем цивилизованном мире, это свобода, которую можно назвать социальной свободой, или еще иначе права человека. И вот здесь, что только происходит. Об этой свободе непрерывно, кажется, говорят все средства массовой информации. Ее пропагандируют. В Америке там статуи свободы. Права человека превыше всего. Но все понимают, что здесь все не так просто. Если вы даете полную свободу каждому человеку, то начнется же анархия, правда? Нужны же законы какие-то. Так что же первично? Права человека или права общества? Всегда считалось, и никто не сомневался, что, конечно, права общества должны преобладать над правами человека, потому что человек может оказаться в таком состоянии, когда он может вообще разрушить и все общество разрушить, особенно обладая властью и силой. И поэтому всегда так было. Но вот с некоторого времени ситуация кардинально изменилась. К этому были некоторые предпосылки. В частности, очень интересная философская предпосылка, которая связана с именем Жан-Жака Руссо, этого французского философа 18-го столетия, который утверждал, что каждый человек сам по себе совершенно добр. И если ему предоставить свободу, то он будет выбирать добро. Ему говорили,
Жан или ты Жар, ну как же ты, посмотри, что делается. В той же нашей Франции, смотри, тюрьмы переполнены, выбирают не добро, а зло. Вот это все виноваты не они, а все виноваты социальная среда. Ему говорят, а социальные, социумы, это же люди. Почему у них-то это образовалось? Но вообще это споры бесконечные. И они, так сказать, ни к чему в конечном счете не привели, потому что мысль эта утопична на самом деле. К сожалению, о, если бы только человек всегда избирал добро, тогда и проблемы бы не было. А еще 2000 лет тому назад один из глубоких мыслителей, я бы сказал, глубочайших мыслителей, который носил и носит имя апостол Павел, писал: «Бедный я человек, я делаю не то, что понимаю и что хочу, а что ненавижу, злое. Кто избавит меня от этого, говорит. С изумлением, но это действительно факт. Это верно. Если только стоит прикоснуться к своему внутреннему миру, то мы в этом убедимся достаточно ну, ясной и с полной очевидностью. Ну что, но какова ситуация сейчас, действительно? Права человека превыше всего. Какого человека? Какого человека? Каждого? Невозможно. Ну тогда какого же? Сначала думали, что таким образом большинство должно решать, меньшинство должно подчиняться. И этот принцип назвали принцип демократии. Демос – народ, кратос – власть. Большинство решает. Ну, вот в парламенте. 51 за, 49 против. Все. Законопроект принят. И 49 что? Ну, приходится смиряться. Никуда не денемся. Так было. И так говорили, да, это так и должно быть. Поэтому боролись. Подкупы всякие. Покупали голоса, но это, кстати, и до сих пор, там идет борьба за место в парламенте и так далее. Но вдруг, вы знаете, во второй половине 20 века произошло поразительное изменение. Кажется, все лозунги остаются теми же самыми. Да здравствует демократия, всюду демократические страны, я говорю о цивилизованном мире, Европа, Америка. Так, всюду да здравствует демократия, но вдруг она приобрела характер удивительный просто. Вот хорошо бы, если бы тут была доска, я бы показала графически. Ну и так вам покажу, все поймете. Да, мы должны, да, наша цель, конечно, вот туда идти, правильно, да? Идемте. Пусть. Так мы шли туда, а пришли наоборот, ничего не понимаем. Это кажется загадка, отвечая на нее. Интереснейший пример, а точнее, это не просто пример, это поразительный факт, который мы сейчас наблюдаем. Речь идет о гомосексуализме. Это ничтожное число людей, которые заражены этим. Ничтожное. Тысячная доля процента, которые дети рождаются с этим. Я говорю, в природном смысле. Тут же вообще ничтожное число. И тем не менее, вдруг сейчас, вопреки подавляющему большинству населения тех же европейских стран и Соединенных Штатов, вдруг они приобретают такие права, против которых никто, большинство, не смеет и пикнуть. А если какой-то чиновник из этого большинства вдруг вздумает возразить,
слетает со своей должности. Его очерняют, его плевывают, он все теряет. Никто не смеет. Странное дело. Так демократия это или нет? Во Франции, помню, что там на улице Парижа вышло 2 миллиона человек. Ну, представьте себе, 2 миллиона человек с протестами против того, что проводились вот эти гей-парады. Нет, нет, законом большинство обязано подчиниться меньшинству. И все это назвали, нашли словечко, толерантность.